Citizen Park, настоящий футбольный театр, приютил сегодня нас, комментаторов. Константин, играем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атаки. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но если команда пропустит, потребуется уже другой план на игру. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Гудисон Парк, настоящий футбольный театр, приютил сегодня нас, комментаторов. Константин, играем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атаки. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но если команда пропустит, потребуется уже другой план на игру. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Играем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атаки. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но если команда пропустит, потребуется уже другой план на игру. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Играем. Примерно так можно резюмировать тактику команды. Они играют от обороны, иногда закрываясь совсем. Обычно сопернику предоставляется достаточно пространства для атаки. Если все-таки эти атаки удастся отбить, все замечательно. Но если команда пропустит, потребуется уже другой план на игру. В 1892 году был построен Гудисон Парк. Тогда за его постройку заплатили большие деньги, почти 2000 фунтов. И с тех пор на этом стадионе футбол несколько раз вступал в новую эпоху. Например, в 1957 году здесь впервые прошел матч с искусственным освещением. Через год была установлена первая система подогрева поля. А в 1971 здесь было установлено первое табло. Гудисон Парк – это живая история мирового. Кевин Де Брюйн. Жезус. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Илкай Гюндоган. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Пол команды обыграл. Ничего себе! Немного сзади есть игрок. На него идет навес. И покидает мяч штрафную. Гильфи Сигурдсон. И открывается партнер под атаку. А сейчас вперед можно выйти. И счет матча открыт. Отлично, они начали. Быстрый.